Рынок труда Чувашии практически не пострадал от санкций, а безработица находится на минимальном уровне – 3,3%, в то время как в целом по России – 3,9%. В рамках активной политики в текущем году трудоустроено свыше 19 300 человек. Уровень трудоустройства составил 77% от количества граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске подходящей работы. Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 сентября текущего года составила 25 200 человек. Из них по рабочим профессиям 68,8%. По словам замминистра труда региона, серьезных рисков увеличения безработицы до конца 2022 года нет. Также по сравнению с прошлым годом средняя зарплата опубликованных вакансий в Чувашии выросла на 22% и сегодня составляет 24 000 рублей.